фонде существовала такая газета «Зырянская жизнь». И как только она начала, значит, печатать, значит, помню, такой Гекич был, потом он оказался в тюрьме, значит, и пиаря на своих страницах вот эту тему Будира, в конечном итоге она, значит, закрылась, ее нет. Поэтому я таких средств массовой информации, которые занимаются такими вещами, да-да мне сейчас, я думаю, что ждет та же участь. Устроить газетную шумиху, поднять националистическую волну. Кому это нужно в нашей республике? 12 декабря, 8 вечера. Репортерская история «Национальная карта». Юрган покажет.